если Украина с помощью третьих стран заявит о своем праве силой вернуть Донбасс. Спасибо. Если вы посмеете это сделать при поддержке третьих стран, понятно? Или самостоятельно? Нет, пока с третьих стран. Я никогда не буду на вашей стороне. Первое. Если вы опять с Россией, ну, естественно, с кем, в Донбассе столкнетесь, я буду между вами. Это давно занятая мною позиция. Я буду между вами. Даже если это грозит моей, будет угрожать моей жизни. Но я уверен, что ни первый, ни второй вариант нереален. Его не будет. Потому что разумных голов в Украине достаточно. Любая попытка, какая бы у вас ни была армия в Украине, поверьте, я следующий человек в этом, любая ваша попытка силой решить вопрос закончится трагедией для Украины, прежде всего. Знаете почему? Поэтому я вас прошу, молю вас, выбросьте это из головы. Ни в коем случае не намечайте решать этот вопрос силовым образом. Самое главное, любая война заканчивается миром и за столом переговоров. Вы это знаете из истории, Максим. Когда-то с чего-то надо начинать.